перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, как меня слышно? Давайте подождем, пока немножко народу соберется. Надя, привет. Надь, ты когда-нибудь била в Испании стулом людей в 7 утра? Ладно. Короче, давно меня не было в прямом эфире. Последний раз, мне кажется, это было несколько месяцев назад. Я тогда всем рассказывал, что у меня будет операция на горло. В итоге, короче, все обошлось, и никакой операции мне не делали, потому что я сначала узнал про другой метод, потом, когда уже надо было, время подошло, сдал анализ, и он улучшился, и потом я сдавал еще, через месяц еще улучшился. Короче, пока что этот вопрос отложен, вот, и все со мной хорошо, я не болею, я на ногах, все кайфово. Спасибо всем, кто поддерживал, там, писал что-то мне в директ, и так далее. Все круто, в общем. Вот, пользуясь случаем, я хочу вас позвать всех на свой сольный концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Аврора», который будет вот ровно через месяц, 10 ноября. Это будет уже третье мое выступление в Петербурге за этот год. Вот, и поэтому я особенно важно, чтобы в этот раз вы пришли, была поддержка большая, как всегда. Вот, потому что в Питере я выступать в следующем году не буду. Так получилось немного неравномерно. В этом году 3 раза. В следующем не будет ни одного. Вот, и в Москве концерта в 2018 году уже в этом тоже не будет. Поэтому Питер — это главный оставшийся концерт этого года. Поэтому всех жду. На кассиру можно купить билеты. Вот. Увидимся там. Вот, что еще вам рассказать? У меня еще могу вам затизерить кусочек трека, который выйдет 12 октября, послезавтра, совместно с Алоном и Пикой. И потом еще через несколько дней выйдет еще мой сольный трек. Вот. Но его я показывать вам не буду. Так. А насчет альбома я работаю над ним, собственно, поэтому сейчас нет особо никаких отвлечений на всякие другие темы. Я сейчас сконцентрирован на этом, я пишу его. Он выйдет, я думаю, весной, скорее всего, может быть, зимой, в конце зимы, 19-го. Так, сори, мне позвонили. Вот. Так, ща. Где же он?
секунду. Вот, получайте. Всем, кто в 7 часов успел услышать мой кусочек раньше всего. Там всего, правда, 8 строчек. Вам слышно вообще? Нет. Это не то. Давайте включим с колонки. А, вот она. Сейчас. Ща. Так. Bluetooth. Все? Блять, ну я так и знал. Надо поменять батарейки на колонке. Скажите, вам так что-нибудь слышно? Или может я попозже вам включу? Буду на студии сегодня попозже. Еще раз выйду в прямой эфир. Напишите кто-нибудь, вам что-нибудь слышно вот так? Окей. Комбо. 6-9 по 7 7 много даже есть, даже есть. Пауза. Она выбирает спорт, правда. Она требует блок, ясно. Достаю его еще. Ладно. Я избалую ее. Я ее балую. Йоу. Короче, это выйдет через пару дней. У нас с ним, мы сделали с ним трек, и в итоге, так как он уехал в тур, и у него, он выступает почти каждый день в этом месяце, то мне нужно было до концерта в Питере сделать промо и выпустить клип, а он в этом клипе сняться не мог, потому что он в туре, то мы решили, что, ну... Лучше нам сделать другой трек вместе, и оттуда я убрал его куплет и доделал песню сам. Она выйдет, это выйдет полноценный клип сразу с новой песни, я так ни разу еще не делал, что, короче, ну, обычно выходит сначала песня, а потом выходит клип, а тут выйдет сразу песня с клипом, это будет в конце месяца, короче, вот. Потом Флада там не будет. Вот. Мы с ним, если поработаем, то только когда, наверное, уже в начале следующего года. Потому что у всех есть свои другие проекты, и каждый там занимается чем-то. Даже не знаю. Наверное... Вот еще хотел сказать по поводу Рокета. Вот у чувака вышел микстейп на днях, где есть там куплет гостевой. Но там весь сок не в этом, там есть реально очень крутой трек. Читаю о драгах. Мне очень понравился этот трек. И, собственно, это причина, по которой мы, наверное, с ним сошлись. Вот поэтому... Не надо писать всякую хуйню, типа там за деньги записались и так далее. Я, бывает, записываю с кем-то за деньги, и никогда такие треки не публикую в своих соцсетях. Вот, если я в это выкладываю, в этом разговариваю, значит, это все сделано на респекте.
исключительно так и больше никак иначе. Ладно, малыши, короче, рад вас был всех видеть. Трансляцию я сохраню и буду впредь чаще, обещаю, вас радовать своим милым лицом. Короче, еще раз, 10 ноября, Аврора, Санкт-Петербург. Хочу всех вас видеть, давайте. Не тратьте время зря. Всем пока.